Мне очень нравится делать больно и видеть боль в глазах соперника. Ну, как бы денег нет, но мы сейчас все, ну, кинем их, короче, на деньги. А так, если бы на самом деле коснулось, нас бы посадили вообще. Я ему бью, он падает. Они все, кто вот освистывал меня, они все плачут. А вот в Испании, или где проходят быки, где бегают, там ничего интересного, когда просто бык бежит, он уходит в сторону, бык пробегает дальше. Все ждут, пока бык попадет в человека, там на рога его посадит. Они думают, о, бедный, все с ним хорошо. Вот и все, так же и в боксе. Когда нокаут, вот это был красивый нокаут, а потом, надеюсь, с ним все хорошо. Я просто, я так люблю сильно бить, чтобы людям больно было. Это ж так кайф. И у него так глаза краснеют. Я дрался, в принципе, ну, для ребенка моего возраста неплохо. Вот здесь, например, вот на этой лужайке собирались все дети, ну, соседних улиц. И вот так ребята постарше, они в круг становились и показывали, вот ты, давайте, вы деретесь. Все, и дрались. Детство здесь было лучшее. 93-й год, именно когда я родился. Не скажу, что я все на 100% помню, но было, когда и кушать дома не было. Маме тяжело давалось зарабатывать каждый рубль. Так, если честно, вспоминаю это время без улыбки на лице. Журналист спрашивает, а что насчет политики? Я говорю, если бы я пошел в политику, я бы этим своему городу, своим землякам помог. Я говорю, почему бы и нет? Там, я не знаю, площадку детям сделать или еще что-то. Я не против. Но у меня и тогда, и на сегодняшний день на первом месте спорт стоит. Ни о какой политике я не думаю сейчас. Когда я занимался дзюдо, мама подходит к тренеру и говорит, можно мы поедем на море? Там у нас родственники жили, в городе Крымск. Ну, мы поехали на недельку и остались на 8 лет там. Мама работала на мойке, мыла машины в ледяной воде. И потом оставалась там же на ночь и как сторожем работала там ночь. И потом приходила домой, отдыхала. Там покушать приготовила и обратно на работу уходила. Первым моим мотиватором была не покупка машины там или жилья или что-то. А маме своей помочь хотел. Чтобы она просто ни в чем не нуждалась. Когда я провел около 10-12 боев любительских, мой тренер, Славно Виталий Константинович, отправил меня на сборы со сборной России перед международным турниром. Ну, мне самое главное просто опыта набраться, я даже не знал, что там какие-то призы будут. И там за первое место дали $700. А я в жизни таких денег вообще никогда не видел. Удачно съездили. И купили первую девятку. Серебристая, тонированная была. Вот это была вообще первая машина в нашей семье. Мы стоим на втором этаже, смотрим на машину, и мама говорит, ну, подходит, что вы смотрите? Садитесь и езжайте. Ну, брат ей говорит, ну, мы же не умеем ездить. Вперед. Ну, пошли, сели, и все, и поехали. Он сначала, потом я. Так и научились. Да не, было, конечно, было? Один раз. Не то, что не задержали, остановили. А в машине ни одного документа, короче. Вообще ни одного просто. Даже чека. И номеров нет. Он говорит, документы. Ну, я даже по-английски чуть-чуть так не особо разговариваю. Разозлю, это что такое? Что за права? Я говорю, international license. Ты откуда? Я говорю, Раша. Я говорю, мы спортсмены, я чемпион мира. Все. А я тогда еще не был чемпионом мира. О, спортсмены, я говорю, да, боксинг там туда-сюда. Он говорит, а что без номеров? Я говорю, да вот только машину купили.
а мы ее не покупали, это чья-то была. Он говорит, ну ладно, раз спортсмены, осторожненько, езжайте. А так, если бы на самом деле коснулась, нас бы посадили вообще. Мой старший брат единственный человек, кто бы что сейчас ни говорил, который верил в меня, то, что я буду чемпионом. Ни мама не верила, никто. Мама, ну, радовалась победам, но мой брат именно знал то, что я буду чемпионом. Ну, он сейчас рискует. Когда мы приехали во Владикавказ, мы снимали квартиру. Брат не мог тогда работу найти. Мама устроилась в магазин. Вот, у нее зарплата была 4000, а квартиру мы снимали за 7. Самая простая, чтобы мы там просто поместились все. Бывали такие моменты, когда и денег не было на дорогу. Ну, часто мы пешком ходили. Летом так идешь, болтаешь там с другом и особо не замечаешь расстояние. Тогда маршрутка стоила 7 рублей, мама давала 10 рублей бумажными, как сейчас помню, и 5 рублей железными. И я часто, чтобы ну, сэкономить, туда ехал, ну, чтобы не опоздать, главное до тренировки доехать. А обратно уже спокойно, чтобы сэкономить на следующий день, ходил пешком. У нас была группа в 3 часа, и в 5 часов была группа. И кто как бы уже считался такими, уже кто на соревнованиях, они в 5 часов тренировались. И у меня мечта была просто хотя бы один раз в 5. Они там другие тренировки, там, ну, все, Виталий Константинович, там, ну, уровень. Ребят, которых я бил на тренировке, их переводили туда, а меня не брали. Было очень обидно, я еще сильнее старался. Кроссовки были, как сейчас помню, фирма DMX, кажется. Мы на сборы поехали в Кабардино-Балкарию. Вот, и там, ну, у всех как бы более-менее уже хорошая обувь, они у меня порвались. И я ходил по всей гостинице, искал вот иголку с ниткой, чтобы там как-то подшить их, заклеить там пластырем, чтобы они еще хотя бы какое-то время продержались. Да, честно говоря, я вообще не чувствую то, что как будто я когда-то не доедал или что-то не делал. Ничего не поменялось. У меня не было тогда хлеба, а сейчас есть хлеб. Я могу его скушать, даже с маслом иногда. Деньги – это для меня не на первом плане. Первый свой бой я именно на этом ринге провел. В этом зале было первенство города, ну, как открытый ринг. Тогда меня засудили. И потом через пару месяцев у нас был турнир. В финале опять встречаюсь с парнем, с которым я боксировал, меня засудили. И я в первом раунде ему нос сломал и остановили. Мы с тренером не видели вообще никаких перспектив в любительском боксе. Знали то, что в профессионалах все более честно. Ну, редкие случаи бывают, это вообще 1 на 1 000 000, грубо говоря, то, что там могут засудить. Вот и перешли в профессионалы и начали потихоньку боксировать там. Мой первый бой я провел во Владикавказе с боксером Роман Мирзоев, да, его звали. У него было 3 проигрыша. Мне очень тяжело пришлось тогда. Его повело. Я решил его добить. Думал, все. 15 секунд прошло, и я сдох. И не мог больше ни дышать, ни бросать руки. Но потом собрался, перетерпел и там с горем пополам добоксировал. Санчес очень много раз издевался надо мной и шутил частенько. Это проходило во время спаррингов. По 10 раундов, по 12 спаррингуешь. И вот он говорит, все, последний раунд сегодня. Вот сейчас последний раунд. Все, выложись, отдай все, что есть. Ну, я говорю, ну все. Выкладываешься, все, уже голова кружится, не видишь, куда идти. Подходишь в угол, уже все, перчатки ему даешь, вот, ну, снимай. Еще один раунд. И вот так это может продолжаться по несколько раундов. И уже не знаешь, вроде бы правда последний раунд, и тебе нужно выложиться. Или чуть-чуть где-то вот сэкономить силы на следующий раунд. Там дальше, в ущелье, там ресторан «Долина солнца» называется. И мы заказали еду, все, заказали. И принесли счет. Ну и она ушла, официантка. Я ему говорю, Эйбл, нету денег? Ну как бы денег нету, мы сейчас все... Ну,
кинем их, короче, на деньги. И убежим, говорю, да, все, хорошо. Молодым был, я тоже так делал. И у меня уже есть опыт. И все, он раз встал, уже был готов убежать. Я говорю, нет, это шутка, все, там заплатили. Ну, он вообще к юмору, он, ну, с юмором все прекрасно понимает, все шутки. Нормально относится к этому. Вообще, когда я уже начал боксировать часто в России, начал приобретать какую-никакую известность, мы с моим тренером подумали, пора уже обзавестись, если можно так сказать, прозвищем. И пришли к прозвищу Ирон, это переводится как осетин. Я поехал в Америку, и там уже было тяжело им объяснять каждому, что это значит. И получилось то, что Iron, ну, для них как это как железный, а ну, основной смысл этого – это осетин. Ну, Осетия для меня – это родной край, это то место, где я родился, рос, формировался как личность, как человек. После долгого пребывания на сборах, подготовки к боям, приезжаю и у меня сердце, душа отдыхают, разум очищается. Тут живет моя семья, мои друзья, мои близкие, те люди, которые за меня болеют. И я очень люблю это место. До боя с Денисом Лебедевым я носил крест, но не скажу, что часто вообще в храм ходил. И вот перед этим боем Аланского монастыря, вот, который в Фягдоне находится, передали икону. Это было первый раз, когда я перед боем в раздевалку поставил икону. И после этого момента что-то во мне поменялось. Я стал намного чаще ходить в храм, молиться. Я вроде знаю, у меня бой за титул чемпиона мира, да? Потом время проходит, уже месяц после боя. И кто-то мне говорит, а где твой второй пояс? Я говорю, какой второй пояс? Вот WBA, я думаю, ничего себе, откуда? Ну, я реально, я не знал то, что я вообще за два пояса должен драться. Оказалось то, что они там какие-то махинации провели. Я хотел в первом же раунде завершить все. Не получилось. Но этот бой мне многое дал. Как бы много опыта набрался. И вообще этот, ну, хорошо повлиял на меня этот поединок. Они совершенно не были уверены, что будет именно такой результат, но раздельным решением, голосом... После боя с Денисом Лебедевым я провел какое-то время дома, потом отправился в Биг Бэр. Готовился около 2-3 месяцев. И... так сейчас не вспомню, должен был провести бой. Бой не состоялся. Сказали, переносится на месяц. И это продолжалось на протяжении 4 месяцев. Каждый месяц переносился. Я уже готов был и от пояса отказаться, лишь бы провести бой и быть активным. Слава богу, суперсерия образовалась, и я провел все-таки свой бой в октябре. Вот, ну, честно сказать, вот Владарчиком это тот бой, единственный вообще бой, в котором я чувствовал вот опасность. Я прям выхожу, я не понимаю, что откуда это что-то лететь будет, и не знаю откуда. Единственный. Усик, ну, прыгает. Лебедев тоже прыгает. Артикас там кидает. Складывается Владарчик. Сейчас Федерация бокса России проводит очень большую работу и делает очень много для бокса в России. Пример этому это... мой бой с Дортикосом, который в Сочи провел такое событие масштабное, удалось в России провести. Если сравнивать Дортикоса, то он, как он кидал, примерно как тебя, ну, кирпичи кидают по тебе. Ну, такие удары. Ну, нормально, терпимо. Чик-чик. Больнее всего Крис Орелла. Очень больно. Вот, ну, болючие удары у него. А если бы у меня было врожденное, у меня бы от каждого удара падали люди. Я с Виталием Константиновичем очень много работали над одиночными, над двойками ударами, ну, над жесткими. Перед Америкой я отправился в Германию к Марку Хуку на спарринге.
И там был еще один боксер, не могу вспомнить его. Но он был такой, около 30 боев, 2 поражения, такой крепкий. Вот и мы спарринговали в 6-м раунде. В спарринге, ближний бой, я делаю шаг назад и правой сбоку бью. И он на колени падает и лицом вперед. И начинает храп, хрип какой-то издавать. И около 40 минут не мог в себя прийти. Его потом, ну, быстро вызвали врачей, этот скорую его повезли. Вот. Тогда, честно говоря, было страшно первый раз, потому что до этого у меня такого не было. Когда я проводил бой с Шимилом, иду к рингу, и там его болельщики, ну, там Майка, Гасси, Шимил, ну, все одели, как бы подготовились, и свистят там, всякие жесты в мой адрес показывают. А я как бы на это не обращаю внимания. И бой идет, я ему бью, он падает, ну, без сознания. Я поворачиваюсь, и они все, кто вот освистывал меня, они все плачут, стоят. Он, ну, не шевелится. И мне вроде бы и приятно то, что я выиграл. А с другой стороны, ну, здоровье-то на первом месте. Он такой же боксер, как и я, просто пропустил удары. Мне было очень страшно за него. Я могу свой стиль так описать: победить, нанести урон, вред. Мне очень нравится делать больно и видеть боль в глазах соперника. Долго выцеливает Мурат. Стиль, как у Усика, лично мне не нравится, потому что я сам так бы не смог боксировать. Он просто лучший боксер, чем я на тот момент оказался. Если у меня получится провести с ним реванш, как бы, это хорошо. Если у него титулов не будет, то на тот момент мне не будет интересно с ним боксировать. Это, естественно, неприятно. И бокс – это не борьба, это такое поражение, которое оно тебя откидывает назад. И сможешь ты дальше опять дойти до этого уровня или не можешь, это уже только Бог знает. Я трезво осознал эту ситуацию, принял ее, то, что я проиграл. Но ни в коем случае у меня руки не опустились, не пропало желание. Когда я готовлюсь к бою, я готовлюсь на 100%. Когда я выхожу в ринг, я выкладываюсь на 100%. Потому что никто, кроме меня, в ринг не выходит. Ни мой тренер, ни мой брат, никто, ни мои друзья, ни болельщики. Только выхожу в ринг я. И когда бой заканчивается, самым важным для меня является то, что я честен сам перед собой. Все, что мог, я сделал. Вот мне 25 лет, я никогда нигде не отдыхал. Я, когда мои друзья ездили куда-то за город, я находился в зале. Когда они отдыхали, я находился в зале. Когда был там на выпускной в школе, я был в зале. Когда мои друзья в горы ездили или на море, я был в зале. Я себе во многом во всем отказывал, абсолютно во всем. Ради мечты, ради цели, которую я преследую. Я верю в судьбу. Верю в судьбу, потому что я мечтал, хотел и во многом себе отказывал ради этого. Это только небольшой шаг назад, временный, для нескольких больших шагов вперед. Я готов подарить эту футболку. Это футболка моей команды Team Murat Gassiev. Кто найдет скрытое послание в этом видео. Условия этого конкурса: нужно подписаться на канал Федерации бокса России, поставить лайк. И кто первым напишет правильный ответ в комментариях, получит эту футболку лично от меня. Участвуйте. Любой участник группы Федерации бокса России ВКонтакте мог задать мне вопрос. И сейчас я выберу 5 лучших вопросов и отвечу на них. Вопрос задал Чингиз Муралимов. Мурат, ты был в нокауте? Слава богу, за всю свою карьеру я никогда в нокауте не был. Вопрос задал Геор Муртазов. Как оставаться всегда мотивированным? Нужно ставить цель. Есть цель, идешь до нее, несмотря ни на что. Бывают поражения, победы, но нужно всегда идти к своей цели и верить в себя. Вопрос задал Станислав Берко.
Как тренироваться в маленьком городе, если нету секции для тренировок? А если у человека, у парня, у мужчины, неважно, есть желание, то он в любом месте будет тренироваться и в дома у себя, и во дворе, и на спортплощадке. Вопрос задал Тёма Юренко. Кто для вас в детстве был кумиром? В детстве для меня кумиром была моя мама. Вопрос задал Борис Грибов. Извините, если ошибаюсь. Что вы цените больше всего? Больше всего в жизни я ценю свою семью. Анастасия Тавгарашвили. Как вы относитесь к своей родине? И что бы хотели посоветовать подрастающему поколению? Я очень люблю свою родину, а подрастающему поколению я бы пожелал успехов. Занимайтесь спортом, учитесь хорошо в школе, ставьте цели перед собой и доходите до них, несмотря ни на что.